Слава богу. Не опубликовали. Асие. Вы проснулись, госпожа Гуноль. Доброе утро. Ваш завтрак готов, чай я заварила. На полке стоят блюда. Если позволите, сегодня я хочу освободиться пораньше. Все в порядке? Ты не заболела, Асие? Нет. Коркут хочет посвататься к Джейлан, и мне надо подготовиться к приходу гостей. А что думает Тахсин? Он в курсе? Конечно же, в курсе. Он даже разрешил им прийти. Ну, вы отпустите меня? Да, конечно, без проблем. Кстати, Асие, пусть Толга не знает об этом, хорошо? Не беспокойтесь. Мне и самой не хочется никакого переполоха. Давай это мне. Я сейчас.